Привет всем. Ребят, у меня много вопросов задают люди, как посмотреть и где заблокированных пользователей и как их разблокировать. Я сейчас, ребят, вам все покажу. В принципе, на телефоне это невозможно сделать, только делается или на ноутбуке, или же на компьютере. Нам в данный момент надо нажать с главной страницы YouTube, перейти вот на аватарочку нажать. И у нас высвечивается творческая студия. Вот. Переходим в творческую студию. Подождем, сейчас загрузится. Теперь у нас загрузилась страница. Надо перейти в настройки. Находятся они с левой стороны. Заходим. Так, теперь нам надо зайти в сообщество. Страничка такая открылась у нас. Нас встречают модераторы в первую начальную очередь. Вот они все находятся. У меня вот столько модераторов. Вот, но они нам по теме сегодня не нужны. Опускаем ниже. Вот они все заблокированные пользователи. Чтобы разблокировать, просто нажимаем на крестик. И ниже, вот с правой стороны, в самом низу, вот написано «Сохранить». Если не сохраните, он не, ну, в итоге не разблокируется. Так что, ребят, ничего сложного нету. Я сохранять не буду. Подтвердим, что не сохраняю. Вот, ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.